Рекас-книга, ребятушки, впереди. Надеюсь, освещение хорошее и не испортит мне. Потому что мой Honor, он великолепно снимает, но только на свету. Вон какая березка. Чего-то она, ребятки, сухая. Или еще не распустилась. Ты ж надо же такое название, с книга. Почти книга, а? Вот, да я бьюсь об заклад, что никто из вас вот так вот не ходит. Встали на шоссе просто. И я уверен, что к этой реке никто, кроме меня, не уделял внимания в последнее время. Ну, во всяком случае, с тех, кто вот там по трассе едет. Ну, потому что я вот тут сейчас вижу, и вы видите впереди. Щебенистая дорога. Соответственно, здесь кто-то катается. Куда-то она идет. Вот тут мост. А мы сейчас вот чуть-чуть сюда, да, зайдем. Обалдеть, вы видите, вот там впереди. Как интересно, да. На эту дорогу-то заехать, а? Надо будет это взять на вооружение. Видите, какой поворот? Вот просто сказочный. А речка вот тут.